Всем привет! С вами опять же я, канал Алиса Channel. В этом видео я бы вам хотела показать мои рисунки My Little Pony. Я их рисовала в ноябре, точно в ноябре. И это два альбома. В общем, эти два альбома полностью заполнены рисунками пони. Я за ноябрь все уже заполнила, ну да. Я за один день где-то рисовала 5 рисунков или 6. Этих альбомах по 20 листов. В общем, давайте уже начнем. Вот мои два альбома. Ну, это вот начало, а это уже конец. Вот, поэтому мы начнем с начала. В общем, это такой вот альбом для рисования. Ну, да. Это я не разукрашивала, это так и было. В общем, давайте же начнем. Это такое вот начало. Здесь, типа, Пинки Пай, такая моя придуманная пони, еще придуманная пони, такая пони. Мои рисунки, МЛП и тут личико. В общем, вот так вот. И тут уже шестерка начинается, сейчас будет Твайлайт. Вот личико Марка. В общем, вот такая вот Твайлайт. Мне очень нравится, как ее нарисовала. Тут только ее половина шеи и голова. Это для вас она маленькая, а я смотрю на нее, и она очень даже большая. В общем, такая вот Твайлайт. Следующий рисунок, это еще одна Твайлайт, только уже Аликорен. Вот, она тут уже поменьше, чем та, но это и так понятно. В общем, опять же, она вам кажется маленькой, но мне она кажется большой. Так, и это последняя Твайлайт, она у меня уродливая. Вот, посмотрите на нее, господи, у нее такие маленькие глаза. Ну, в общем, да, она держит такую вот книжку. Изо. Вообще. В общем, думаю, нормально, но, правда, у нее глазами и проблем. Ну, в общем, она у меня не очень нормально получилась. Вторая, это Рарити. Вот, эти марки. Вот моя первая Рарити, я гриву неправильно здесь нарисовала, просто я не понимаю, как это сделать, и здесь, и так. Ну, нормально, более-менее нормальная Рарити. Следующая Рарити, это маленькая, она мне и так кажется маленькая, вам еще меньше. Вот. Ну, она здесь простенькая такая. Ну вот, а мне эта Рарити нравится, как ее нарисовала, просто грива неправильно у нее, особенно здесь. В общем, мне нравится, как я тут Рарити нарисовала. И следующее это радуга. Вот ее Кити Марка. Итак, вот Rainbow Dash. Тут я разукрасила ее гриву фломастерами. И получилось довольно неплохо. Следующая Rainbow Dash, господи, она на первый взгляд кажется очень нормальной. Но посмотрите, что у нее с копытами-то задними. Кошмар. Ну, а так она, в принципе, нормально получилась. И ей снится сон, как она завоевала первое место. В общем, она вот на такой вот красный что-то спит. Ну, нормально. Следующий рисунок это, ну, такой нормальненький рисунок, это как бы Rainbow Dash против Sunny Race. Sunny Race у меня ужасно получилось, посмотрите на ее копыта, это что такое? Ну, Rainbow Dash вроде бы нормально получилось, и здесь мне нравится, как я разукрасила ее хвост. Ну и, конечно же, ее гриву и челку. Они типа соревнуются. Следующее, четвертое, это Fluttershy. Вот первая Fluttershy, мне она нравится, как я ее нарисовала. Дальше идет такая вот Fluttershy. Если честно, я сначала хотела нарисовать маленькую Fluttershy, но у меня получилась вот такая вот, да. И вот я хотела вот так вот сделать, как маленькая, вот так вот. Но получилось как-то не очень, поэтому я решила сделать такую Fluttershy. И последний Fluttershy. Как уже заметили, что в шестерке у меня каждые по 3 рисунка. Это Fluttershy принцесса. Мне очень понравилось, как ее нарисовала. Да. Вот, заметьте, вот на эту челку я хотела сначала нарисовать маленькую Fluttershy, но у меня получилось как-то не очень, поэтому я решила сделать ее принцессой, да. Идея была нормальной. Очень хорошо получилось. Пятое. Pinkie Pie. Вот опять же Кьюти Марка.
Вот Пинки Пай такая, да. Нормальная, в общем, вроде бы, да. И вот последняя, вот такая вот Пинки Пай, которая держит такой вот шарик. В общем, это был весь этот альбом. И продолжение следует в том альбоме, да. В общем, это такой первый альбом. Сейчас мы начнем со второго. Вот второй альбом. Открываем. Здесь у нас Пинки Пай третья, последняя. В общем, она нормально получилась, только у нее копыта как-то криво получились, да? И носик какой-то не мягкий, а такой, как бы, как шипы. Но все равно нормально. Шестая, последняя, Applejack. Ну, в общем, вот Applejack такая, которая шляпу только что примерила. Ну, да, вроде бы нормально на первый взгляд. Следующая Applejack, это такая Applejack. Ну, она очень красиво получилась, только вот эта вот бровя все испортила, это точно. Но так она очень красиво получилась. Все из-за этой штуковины. Так. Следующая, это последняя такая вот Applejack. Простенькая, да? Ну вот. Дальше идут уже разные пони, да. Так, это я. Вот. Конечно, у нее с лицом немного проблемы, но так нормально. Это моя подруга в виде пони, ее зовут Оля. Это Хэллоуин, здесь Скуталу, Свити Белль и Apple Bloom. Вот это Скуталу, это Скуталу. Они как-то взросло выглядят, совсем маленькими не получились. Но это типа какая-то принцесса, какая-то зла. Хвост я забыла нарисовать, ну типа он хвост скрылся за платьем. Это Скуталу. Я сначала просто решила такие вот розовенькие волосы сделать, и потом я решила их закрасить черным, чтобы было пострашнее. Вот здесь мышка такая летучая. Это Франкенштейн, это Свити Белль, да. Ну тоже нормально вроде бы, только посмотрите на ее лохматые волосы, да, это типа лохматая Франкенштейн. Ну и Apple Bloom, Джокер, да, Джокер девочка, поэтому здесь у нее хвостик и зеленый бантик. В общем, ну вроде бы нормально получилось. Следующая это Пинкамина, вот ножик, и вот Пинкамина. Здесь у нее типа кровь капает, и вот еще кровь, да, Пинкамина такая, и здесь есть красный глаз. В общем, вроде бы страшно. Следующее, мне очень нравится, как я этот рисунок нарисовала. Это какая-то пони, я не знаю, честно, как ее назвать. И она похожа на Undyne из Undertale, конечно, но глаза другие, и она более мирная. У нее еще есть такая вот резиночка. Дальше, это еще моя подруга, Люба ее зовут. Я, кстати, могу завтра выложить фото в Инстаграм, кстати, я скоро сниму это. Ну, в общем, господи, боже мой, я не старалась ее рисовать, потому что, посмотрите, я сначала все нормально начинала делать, нормально. Но посмотрите на это толстое копыто. Получилось она у меня, конечно, не очень, поэтому я дальше не старалась. Это Кризалис. Ну, Кризалис, она у меня не похожа, у нее мордочка другая. Я нарисовала как-то, как у обычной пони, не принцессы. В общем, ну такая Кризалис, ужасная. Вот, кстати, напишите в комментариях, кто красивее. Вот это вот, ее зовут Даймонд, а это Эмили. В общем, скажите, Даймонд красивее или Эмили? Вот. Господи, смотрите, у меня Спайк! Господи, как он у меня ужасно получился! Типа тут письмецо такое, господи, Спайк, что с тобой? Спайк я вообще плохо рисую, а пони ничего. Кейденс. Я ее сегодня нарисовала. Вроде бы нормально. Мне, в принципе, понравилось, как Кейденс нарисовала. Это принцесса Луна. Няша-поняша, этот рисунок я посвящаю тебе. Тут у нее прическа, конечно, не такая вот. Неправильная, в общем. Просто я не срисовываю, поэтому я не понимаю. Я не помню, как, какая там у Луны прическа. Ну, и как-то вот так получилось. Это конец, но нет, не конец. Посмотрите, вот здесь типа
выхода нет, рисунков нет, конец, и вот типа какая-то пони не разукрашенная, это же типа я их не разукрашиваю. Вот она пытается выбраться, но не может. Вот здесь еще продолжения нет. Вот здесь эти пони грустят. Да такая вот пони, такая и такая. Вот типа единорог, пегас и обычная. Мне больше всего понравилось, как я нарисовала вот эту пони. Да, это конец. В общем, вот такие вот два альбома были. Я вроде бы нормально рисовала. В общем, это было все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. С вами был канал Алиса Чен. Всем пока-пока. Спасибо за 166 подписчиков.